Нажимаю вакансию, наверное. Ага, ну то есть вас интересует удаленный заработок, правильно я понимаю? Да, все верно. Смотрите, Владислав, да, все правильно зовут вас? Ага, ну давайте я вам вкратце расскажу. В принципе, я там более подробно постаралась в объявлении рассказать суть. Ага, ну смотрите, то есть требуется развитие бренда интернет-магазина, да, компания, видели какая? Вот, знакомы вообще с ней? Да, но там на самом деле не только косметика, то есть там вообще более 1500 наименований, и в том числе есть там еще и средства для оздоровления, так скажем, для здорового образа жизни, там витамины, коктейли различные, батончики и так далее. Но в принципе это не столько важно, да, потому что продажами мы не занимаемся, ассортиментом продукции тоже, в принципе, ну так для общего развития знать, в принципе, нужно. Вот смотрите, вообще, как вы думаете, сейчас у нас интернет-магазин как в какой стадии хорошо развивается, актуально ли это направление в наши дни? Мне кажется, что это самое актуальное. Ну, сейчас движение в эти дни идет именно то, что касается вот этой продукции. Потому что такие сервисы, они в основном только развиваются. Я не видел, чтобы Орифлейм, как раз какой-либо офис был закрыт. А до сих пор еще как Орифлейм ходят, предлагают, и люди интересуют это. А сами когда-нибудь вообще в интернет-магазине что-то приобретали? В любом? Так, ну в любом, ну я вот прикидал, к примеру, на Алиэкспресс, интернет-магазине, Ну, это самый который самый популярный. Ага, сейчас. Да, в принципе, сейчас люди, потому что привыкли экономить и к сервису, да, более так относятся скептично, так скажем. Вот, и смотрите, то есть ваша задача основная будет какая? Как раз-таки не распространять и не продавать продукцию. Этим как бы мы не занимаемся, этим занимается компания, ну, либо дистрибьюторы, которые любят продавать, допустим, да? Вот. А наша задача привлечь покупателей либо управленцев в этот онлайн-магазин. То есть вам будет предоставлен доступ к вашему онлайн-кабинету, вы оттуда сможете управлять этим магазином, ну, естественно, с нашей помощью, да, мы будем во всем помогать, будем вам организовывать этот поток людей, и этим людям мы будем предлагать как раз-таки два варианта сотрудничества с нами. Первый – это, как обычно, вот тот же AliExpress возьмем, да, проходить регистрацию на этом сайте и становиться покупателем, то есть там экономить, скидки, различные получать, да, в распродажах участвовать и так далее. Вот. И второй вариант будем предлагать, это все, что в первом варианте, да, все вот эти возможности использовать, ну и, конечно же, зарабатывать, то есть стать менеджером, директором, управленцем своего собственного интернет-магазина. Ну, то есть, в принципе, то, что я вам сейчас предлагаю, да. Нам люди интересны все, которые предпочитают и первый, и второй вариант, но, конечно, больше предпочтения мы отдаем тем, кто хочет развиваться и развивать свой интернет-магазин. Мы в них вкладываем время, обучаем всему. Вот, допустим, на примере давайте расскажу вам, чтобы более понятно было. У вас в окружении, может быть, сами когда-то имелся опыт с предпринимательской деятельностью? Нет, в дальнейшем я, конечно, собираюсь этим самым заняться. Но на самом деле у меня есть свой интернет-магазин, он еще не развит, то есть мне его сделали, но он как бы не работает. Я уже пробовал заняться деятельностью, продавать наручные часы через интернет, но дело не пошло. Поэтому пока мой интернет-магазин приостановлен, и он еще зарабатывает. Понятно. Ну, в общем, представление имеете, что такое предпринимательская деятельность, особенно если взять нам, допустим, не интернет, а реальную жизнь, да, чтобы открыть магазин какой-то, то для этого нужно арендовать какое-то помещение, торговое оборудование завести, товары и так далее. Ну и большие деньги уходят на рекламу, различные акции, чтобы именно к вам, а не к конкурентам ходили, правильно? Вот, и смотрите, допустим, приду к вам я и предложу вам заключить со мной договор о том, что я вам буду каждый месяц поставлять клиентов, ну, то есть покупателей, которые будут у вас приобретать вашу продукцию, ну, допустим, часы, да, у вас продаются. Вот, и каждый месяц эти мои люди будут к вам приходить и будут у вас делать товарооборот, ну, примерно на 1 000 000 рублей в месяц. То есть меньше этой суммы могут, ой, не могут, наоборот, больше могут, да? Вот. И за свою работу я попрошу 10% от созданного мной товарооборота моими людьми. Вы согласитесь на такую сделку? Да, конечно. А почему это для вас выгодно, как думаете? Ну, потому что это, как получается, клиент идет постоянно
В моем случае клиентов у меня никаких нет, а так как вы предлагаете мне постоянно ежемесячный вот этот оборот клиентов, мне это самому будет выгоднее. Да, и не будет голова болеть о том, как рекламу организовать. То есть это половина работы сразу с плечи уходит. Да, согласна. Вот примерно такую же схему сотрудничества мы и предлагаем. То есть, получается, мы с вами совместно будем организовывать, так скажем, товарооборот, да? То есть мы будем организовывать, точнее, поток людей, а эти люди будут организовывать товарооборот. Там один купил себе что-то, другой, пятый, десятый, и таким образом у вас будет расти товарооборот. С этого товарооборота вам будет выплачиваться от 10% и выше. То есть ваш доход будет расти от этого товарооборота. Ну, понятно, да, в принципе? То есть потолка нет, оклада нет, какого-то там определенного, вот как на наемной работе вам определили оклад, и выше головы не прыгнешь, как бы ты там ни крутился, да, если даже ночевать будешь на работе. Здесь получается, как поработал, так и получил. Конечно, сразу с первых дней там золотых гор не обещаю. Такие, наверное, только там, не знаю, в пирамидах каких-нибудь финансовых, да, обещают. Здесь получается, кто-то у нас, вот, ну, из практики уже, просто здесь третий год уже, в этой сфере. Получается, что кому-то нужно всего там недели 3, месяц, да, для того, чтобы выйти на хороший доход, там, например, от 30 тысяч рублей, а кому-то, допустим, и года мало. Ну, кто как работает. Вот, то есть, как вы уже заметили, да, от 4 часов в день, если будете ежедневно вкладывать в работу, то, конечно же, результат у вас будет гораздо быстрее. Вот. И для того, чтобы научиться вот этим всем управлять, интернет-магазином, организовывать поток людей, у нас создано онлайн-обучение. Про вебинарные комнаты слышали когда-нибудь? Да, конечно. Сейчас на основном месте работы я тоже хочу этот процесс совместить. Да, конечно, у нас многие сначала начинают, ну, допустим, если мама в декрете, они, естественно, там из дома, да, дети, работа. А многие работают сначала на наемной работе, совмещают с нашей деятельностью, а потом, когда выходят на хороший для них доход, тогда, естественно, уже выбирают для себя именно то, что развитие собственного магазина, да, работают на себя, собственный бизнес, так скажем, и с наемной работы просто увольняются. Просто выделить, неважно, днем, утром, вечером, ночью, там, когда вы будете работать, да, время суток не имеет значения. Просто стабильно, чтобы часа 3-4 у вас было на работу, чтобы результат был гораздо быстрее. Будет, да, такое время? Да, конечно, у меня стабильно по 3-4 часа вечера есть, после 6, тогда я свободен. Вот, отлично. Тем более обучение у нас, пусть оно даже идет по графику, да, каждый день, но делаются записи. То есть, если вы днем не можете, потому что вы на своей основной работе, да, находитесь, то, естественно, вы просматриваете просто в записи потом. Вот, и ваши основные действия, еще раз, да, это работа с электронной почтой. Ну, я думаю, что это без проблем как бы будет у вас. Вот. Да, обработка писем, то есть как входящая, так и исходящая корреспонденция. Организация проведения собеседований. То есть, в принципе, как мы с вами сейчас общаемся, ну, естественно, когда у нас только-только начинают партнеры, да, то тогда в текстовом варианте проводят, бывает, собеседование, тем более мы работаем не только там каким-то городом ограничены, а по всей России и страны СНГ у нас еще охвачены. Вот, ну и размещение объявлений рекламы. То есть доски объявлений, сайты, мы это все предоставляем. И в перспективе, когда уже этому всему научитесь, вы уже можете сами потом обучать, подготавливать управленцев, директоров, менеджеров. Вот, в принципе, вот такая задача. И доход у нас официальный, то есть Киви, Яндекс, Мани, кошельков нет. Сами понимаете, что туда что перечисляется, да, налоги с этого не платятся, естественно, это неофициальный доход. Вот, и здесь получается, когда у вас доход небольшой, вы его видите в своем личном кабинете, он вам начисляется на ваш номер, который у вас является юридической собственностью, который можно передавать по наследству близким родственникам. Вот. Затем, когда вы выходите на хороший доход, ну, как я уже говорила, да, для кого-то 30 тысяч мало, много, для кого-то 100 мало, то есть сами для себя определяете, когда вам, когда для вас уже хороший доход вышел, вы открываете расчетный счет в банке, как раз как вы говорили, что вы хотели в будущем стать ИП, да, открыть индивидуальное предпринимательство, у нас как раз-таки компания и работает именно по договору индивидуального предпринимательства. То есть потом переоформляется договор, вы открываете ИП, работаем мы на упрощенной системе налогообложения, это 6% от дохода, то есть это самый выгодный сейчас. Знаете, что такое, да, значит? Вот. И получается, потом, согласно этого договора, каждые 3 недели вам будет перечисляться на расчетный счет в банке деньги. То есть прям стабильно. И получается у нас 17 выплат в год,
И иногда даже в месяц по две зарплаты выходит, то есть там как выпадет. Вот. И то есть еще раз под... Что? Спросить хотели, что? Ага. Вот. И еще раз под действием, да, то есть нужно будет приглашать людей на бизнес, либо на продукт. Ну, то есть кто куда пойдет, да. Нам нужны люди, которые важны, точнее, которые также будут становиться в перспективе управленцами. То есть никакого спама у нас нет. Я не знаю, может быть, сталкивались в соцсетях, что многие сейчас там очень сильно спамят, приглашая туда. Этим мы не занимаемся. Ну, потому что это очень сильно злит людей. Ну, как бы и сама не люблю, когда мне так пишут. Вот. То есть у нас только отработанная система работы, и люди вам пишут сами, ну вот как вы мне сейчас со мной связались, да, по объявлению. Вот. Ну и второй пункт, это, конечно же, много обучаться, потому что сфера деятельности новая, и все это происходит в режиме онлайн, поэтому вы с легкостью совмещаете с основной работой, с домашними делами. И самое важное, что обучение и инструменты для работы, все это бесплатно предоставляется, то есть деньги за это не берутся. Вот. Как вы думаете, вот на каком-то из этих пунктов у вас сложности могут возникнуть? Да мне кажется, нет. Я вот только вот хотел именно по 10% системе отдать. Это с каждого продукта идет 10%. Нет, с общего товарооборота. Вот смотрите, например, к вам пришли, ну, то есть к вам будут люди приходить приглашенные не только лично вами, но и мной. Да, вот так вот. То есть мы будем помогать вам там девчонками, мальчишками, кто у нас, партнерами, в общем, моими, да, будем наполнять ваш магазин людьми. И все люди, которые будут в вашей организации, это все ваши люди, ну, грубо говоря, да. И кто-то купил там на 1000 рублей, кто-то на 5, кто-то на 100 рублей. И вот это все будет суммироваться, каждые 3 недели подводиться там итог, что такой-то, такой-то товарооборот был создан, да, и от этого будет вам оплачиваться доход. Вот, то есть получается, когда у нас только-только начинают развивать, получают там, например, ну, я опять же говорю, это цифры индивидуальные, потому что у нас есть люди, которые за 3 недели сразу на 30 тысяч выходят на доход. Есть такие, которые получают за первые 3 недели там 1500 рублей. То есть, ну, как бы разбег большой. Вот, а есть такие, которые за год вышли на доход от 300 тысяч за 3 недели. Вот, то есть тут получается, все зависит от вас, от вашей работы. В принципе, вот я, знаете, смотрю по партнерам, по своим коллегам, у нас, кто работает парами, ну, у нас очень много семейными парами прям работают, пришел либо супруг, либо супруга первые, потом подключились, уже оба работают. Вот. А молодые люди, у них как-то более активно, более быстрее рост как-то идет, не знаю. Особенно у тех, знаете, кто очень хорошо коммуникабельный, так скажем, очень прям хорошие результаты. Вот. Да, хорошо, еще вот такой вопрос. Ну, я так понял, что клиентская база сама будет с кем общаться. Нет, то есть клиентской базы ее нет. То есть, в принципе, мы размещаем просто рекламу объявления в интернете, где людей полно. Ну, согласитесь, да, сейчас очень-очень много людей. Вот, поэтому наша задача разместить, дать рекламу, чтобы люди знали о том, что есть такой интернет-магазин. И самое важное, чтобы знали, что можно здесь развивать и строить бизнес собственный. Вот это наша главная задача. Вот. И тогда люди уже сами интересуются. На самом деле поток очень большой. То есть мы просто отбираем тех людей, которые, ну, как бы бывают люди, которые приходят, я все хочу, а ничего не делаю, как бы есть такие. Вот. Поэтому наша задача отобрать именно тех партнеров, которые оценивают свои возможности с реальностью, так скажем. Вот. Владислав, смотрите, если вас все устраивает, тогда нужно для начала сотрудничества пройти регистрацию. Так, и для этого мне нужно вам куда-то ссылку скинуть на регистрационную форму. У вас есть WhatsApp или там соцсеть или электронная почта? Куда удобнее? Соцсеть, электронная почта, можно ВКонтакт, можно Яндекс.Почту. Угу. Так, а вы мне тогда как, продиктуете или смс-кой сбросите? Да, давайте напишите skytag@yandex.ru. Так, skytag@yandex.ru. Ну все, я вам сейчас тогда... Все правильно, да? Ну вот, человек сам позвонил по объявлению с Авито, сейчас мы вышлем ему электронную форму, на форму регистрации, точнее, на его электронную почту.